Подозреваемый в ограблении банка Мичигана и убийстве охранника по-прежнему на свободе. Он живет обычной жизнью. Завтрак взяла? Нет. Но когда прошлое возвращается... Элизабет Солерс была задержана через 30 лет после скандального налета на банк. Ты какой-то странный. Все хорошо, детка. Ты врешь. Нужно вновь пуститься в бега. Известный экстремист 70-х годов Ник Слоун разыскивается за убийство. Ребята, этот парень водит нас за нос 30 лет. Права на ошибку нет. Чтобы сохранить семью. Тогда зачем ты сбежал? Я не хочу, чтобы тебе когда-нибудь было стыдно за меня, понимаешь? Люблю тебя. И добиться справедливости. Мы считали, что насилие — это сидеть дома, сложа руки, когда твоя страна совершает акт геноцида. Фильм Роберта Редфорда «Грязные игры». 31 октября в 22:05. Премьера на Иллюзионе+.